Приветствую вас, меня зовут Лилия Донскова. В этом видео я вам покажу, как оформить претензию на сайте. Это нужно для того, чтобы в случае, если какой-то товар вас не устраивает, пришла помятая коробочка или какой-то брак, вы могли тут же зайти в личный кабинет на сайт и оформить претензию. Как это делается? Мы уже в личном кабинете, я нажимаю сбоку на заказы меню и выбираю мои претензии. Открываются мои претензии. Здесь нужно выбрать, вот так вниз пролистываем, выбираем накладную, возьму какую-нибудь вот свеженькую, покрупнее. Нажимаем на накладную, нажимаем продолжить. Далее, тут нужно выбрать, что вы хотите сообщить, то есть о чем будет идти речь. Ну, например, я хочу сообщить вот такой вот запрос на возврат, да, или стоимость какой-то продукции. Тут мы должны с вами найти тот самый продукт. Давайте я что-то выберу. Например, вот гель для душа. Я хочу заменить продукт. А может быть, не получена продукция. То здесь вы выбираете, что произошло. Ну, например, заменить продукт. Выбрала. Причина. Невостребованный продукт, может быть, клиентка отказалась, да, или поврежденный продукт, может быть, даже аллергия на продукт. Набираем невостребованный продукт. Далее, укажите детали запроса. Ну, давайте, не соответствует описанию на сайте, или нет особой причины, просто передумала. Так, далее, то есть мы проходим, что продукт не был в использовании. Я хочу заменить на что? Здесь нужно указать код замены. То есть что-то аналогичное, может быть, что-то из другой серии. Не обязательно, что вы гель на другой гель меняете. То есть просто вы хотите вот на эту сумму, на мои суммы не смотрите, потому что здесь у меня еще скидка проходит, поэтому такие маленькие денежки. Ну, вы хотите какой-то другой продукт. Вы указываете здесь код продукта, количество, листаете вниз, листаете в самый низ, и здесь выбираете вот кнопочку не надо, просто нажимаем «Продолжить». И далее будет завершение. То есть здесь везде есть подсказки. Если у вас что-то будет не получаться, обратитесь к своему спонсору или ко мне, да, если я ваш вышестоящий наставник, найдите своего лидера, директора, и это решается очень быстро. Самое важное, после того, как вы оформили претензию, нужно будет взять накладную, этот продукт, на который оформлена претензия, и отнести в тот офис, где вы получали заказ. Если вы получали заказ не в офисе, а, например, вам привез курьер, или вы получали в пикпоинте, тогда позвоните на телефон горячей линии и уточните, где именно вам нужно сдать продукт. В каком офисе, то есть в каждом городе есть офис, который прикреплен. И он, как говорится, отслеживает, занимается этими вопросами. И вам не составит труда оформить претензию на сайте. Я вам желаю успехов и до новых встреч. Всего доброго!